Сейчас очередная вереница мелочей жизни Кунгура. Что интересного сегодня обнаружила Татьяна Андреева в очередном рейде по улицам Кунгура, увидите прямо сейчас. Об опасных ветках, которые находятся рядом с Машзаводским парком, мы рассказывали вам этим летом. Как видите, некоторые ветки все-таки спилили, которые свисали прямо над тротуаром. Но часть веток все еще осталась, и до сих пор они несут угрозу. И сейчас, пока не настала зима, очень удобно их спилить и убрать отсюда, чтобы они не угрожали прохожим. Буквально за забором в этом Можзаводском парке мы увидели еще одну неприятную мелочь, а именно вот эти детские качели. Они отпадывали, эти цепи, уже не один раз. Как видите, звенья перевешены, да и держится здесь все на добром слове. И ребенок, когда садится сюда, качается, и несколько раз люди уже отсюда падали. Еще интересно, что на всех этих цепочных качелях разное крепление. Не мешало бы здесь крепление сделать более прочным. Потому что это качель, что это, видно, что их уже перевешивали не один раз. И пока из детей кто-то серьезно не травмировался, упав с них, лучше это переделать. Ну и напоследок о хорошем. Приятная новость для жителей не только нижней части города, но и всего Кунгура. Здесь, на старой хоккейной коробке, как вы видите, ее отреставрировали, да даже капитально отремонтировали, будет работать каток. Уже ведется благоустройство будущего катка. Делается теплая комната, где каждый сможет взять коньки на прокат и пойти спокойно кататься. Поэтому ждем снега, ждем, когда здесь зальют лед, и пойдем все дружно пробовать.